Вот рассвет. В карауле стоит рядовой Александр Кочкин. Утром он умрет. Два других рядовых отобьют Александру почки. Но сейчас он видит будущее. Оно прекрасно. Прямо перед ним высокое здание из стекла и металла. На юго-западе, там, где Ступицыно, над лесом красным огромные корабли идут на посадку беззвучно, нежно, касаясь блестящими стойками металлическими земли. Думает, неужели это Россия? Неужели будущее настало? Вот и восход. Чистые белые здания, оранжевым солнцем освещены. Слева на горизонте город великий, Нижний Скобец, лежит россыпью драгоценных камней, разноцветных мерцающих. По рассветному холоду, по опавшей яркой листве, не спеша приближаются к кисловицу его товарищи.